отправили нас на смерть, у нас весь батальон дох. Вообще всех. Всех убили. Такие дела. Ну я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять, как военнопленного. Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Ну, ты как бы знаешь, там РСО написать, до главы сходи. Может быть, через них получится поменять мне. Домой вернуть. А так вот такая вот херня. Можно просто хрипеть динамик? Можно так? Подожди, еще раз скажи. Возвращайся домой. Я тоже вас люблю. Ты сходи к главе и в союз потерей напиши. Потому что эти суки даже двухсотых не забирают мертвых. Они, блядь, раненых убивают сами. Да будут ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто, блядь, всех убили. Всех. Они даже не забирают трупы. Они хоть... Чё, они чё, блядь, вообще сказали-то нахуй, суки? Вообще же никому, по-любому, даже похоронка не пришла. Неделя, блядь, прошла. Такая вот херня. Ты только там тоже сильно не кричи, что всех убили, там, что трупы не забирают, а то там ФСБшники тебя за шкирку прихватят. Просто скажи, чтобы пленных поменяли хотя бы. Потому что если ты начнешь сильно бучу поднимать, на тебя наедут ФСБшники. Ну, как бы не бьют, не мучают, кормят. Люблю вас. Сына поцелуй, меня.